История этой фотографии рассказывает Инга настоящее приключение. Снимок сделан с самого высокого дома на площади Революции. Идея поснимать с его крыши давно не давала покоя автору фотографии, ведущей и шеф-редактору информационной программы «События» Инге Пенер. А воплотить в жизнь задумку помогли жители дома, на которых Инга вышла через соцсети. Таких фото пока нет ни у кого. Снимок отражает красоту дореволюционной Самары, которая в этой части города сохранилась почти в неизменном виде. Фотография заняла первое место в номинации «История рядом». Как обладатель скальпеля не становится хирургом, так и обладатель зеркалки не становится фотографом. Я как бы фотографирую очень давно, но фотографировала, как все, собственно говоря, люди, у которых есть какой-то гаджет, какой-то фотоаппарат, но никогда не считала и по сей день не считаю себя фотографом. Я поняла, что это как бы моя вторая жизнь, и мне нравится так проводить время. Жизнь мегаполиса, город в фокусе, краски города, история рядом, самарские события, человек труда, ретро-снимок, Самара-2086. В номинациях фотографы-любители со всей области представили около 500 работ. Самому младшему участнику фотоконкурса 6 лет, старшему 74. В жюри профессиональные фотографы, депутаты, представители общественности. Жюри выбирало лучшие фотографии, не зная имен авторов. Поздравляем. Воспитание бережного отношения к родному городу через искусство фотографии и поддержка талантливых фотолюбителей – главная задумка организаторов конкурса. Каждый своим взглядом, то, что он видит через объектив камеры, нам сегодня эти работы показал. Работа действительно замечательная, и еще раз повторюсь, название этого конкурса было «Самара в сердце моем», но это все сделано с любовью. Мы должны показать вот через открытки, через фотографии, именно это в сети интернет размещается, насколько прекрасен наш город. Все снимки можно увидеть на официальном сайте городской думы. Лучшие работы будут отпечатаны в виде открыток. Елена Малютина, Василий Колдашов. События.